25 километров автодорог и 3 моста после паводков отремонтировали в Атырауской области, построили больше 100 домов. Компенсации получили почти 3000 местных жителей. Об этом сообщил аким региона Серик Шапкенов. Всего вдоль берегов реки Жайык возвели 590 километров дамб, очистили 30 километров каналов. Для улучшения прохождения воды в устье реки вместе ее впадения в Каспийское море были проведены углубительные работы. В настоящее время все возведенные дамбы мы принимаем на баланс акиматов населенных пунктов на законодательном уровне. То есть теперь эти сооружения будут на постоянном контроле. Кроме того, каналы, которые проходят через наш регион, мы вернули в коммунальную собственность. Что касается дноуглубительных работ, они проведены на 7 километрах. Мы должны довести протяженность до 10. В этом году в регионе планируют реализовать 17 инвестиционных проектов. 8 из них общей стоимостью более 46 миллиардов долларов уже запущены, отметил глава области. Среди них торгово-развлекательный центр, заводы по производству грузовых вагонов и полиэфирного геосинтетического материала и оптово-распределительный центр. Ряд инвестпроектов реализуется в сферах рыбоводства, растениеводства и животноводства. В регионе также активно возводятся комфортные школы. В прошлом месяце были открыты 2 объекта образования на 1200 и 300 мест соответственно. Еще один сдадут до конца года. В 2025-м, по словам акима области, завершится строительство 6 таких школ.